Вы будете работать на мистера Барнума в будущем. Ах ты так, посмотрим, что возьмет. И не попадайся мне больше. Хватай его. Нужно остановить эту фабрику. Но это оборудование настолько сложно, что я не очень понимаю, как оно работает. Что такое? Это же бомба! Еще одна. Они повсюду. Никакой надежды, что я смогу вовремя найти их все, тем более разрядить. Барнум наверняка взорвет их ровно в 5, точно по расписанию. Наверное, он поставил эти бомбы, прежде чем послал сюда фабрику с помощью своей машины времени, это точно. Барнум послал сюда фабрику с машиной времени. А что, если таким же образом отослать ее обратно? Вон он! Убей его! Оружие, едем за ним! На чем? Здесь нет ни одной машины! Неважно! Через 40 минут тут все взорвется, и он ничего не сможет сделать! Мне срочно надо взять машину времени в штабе интернет Фонтана Сентрал и... Что это еще? Удираем. Шутишь? Они же нас всех застрелят. У них духу не хватит. Стойте! Они правы. Не могу я быть жестоким. Наплевать, у нас есть забота поважнее. Что же все-таки здесь происходит, а? Мы что, в будущем, Спиди? Нет, не думаю. Зачем бы эти мутанты старались протащить вас в будущее, если мы уже там? Но все вокруг такое фантастичное. Этот купол над городом их рук дело. Да, я полагаю, генератор силового купола из будущего. И он, наверное, привносит в настоящее черты будущего. Спиди, а ты? Гонщик Икс, где ты? Я у главного въезда в город перед силовым колпаком. Слушай меня. Я только что с фабрики ядовитых отходов Ларго Сладжа. Барнум прислал ему новое оборудование из будущего. Он превратил все ядовитые отходы в мутаген, и все это взорвется меньше, чем через час. Я не пойму, зачем? Этот взрыв создаст отравленную зону, ясно? И всех мутантов Барнума? Всю его империю? Но мы можем помешать этому и изменить историю. Все, что мне нужно, это машина времени. Мы недалеко от интернет. Я сейчас возьму ее. Но ты не сможешь передать ее, мешает силовой колпак. Думаю, мы сможем справиться с этим. Пап, ты сможешь вести эту штуку? Я смогу вести все, что на колесах. Тогда вперед! Хорошо еще, они не разбили вертолет. Я отправлю за машиной времени в интернет. А нам что делать? Нужно сбить генератор силового поля с башни всемирной торговли. Чем? У нас нет никакого оружия. Теперь есть. Трикси, подведи вертолет поближе. А папа и Спарки снимут генератор одним выстрелом. Все ясно. Целься получше, Спарки. Постарайся не промахнуться. Огонь! Я захожу на второй выстрел. Я тоже в восторге от своей идеи. Мы их упустили.
силовой купол! Внимание всем мутантам! Срочный сбор в назначенном пункте! Купол исчезает! Теперь Спиди и Гонщик Икс! Гонщик Икс! Нет времени для объяснений, Спиди. Осталось меньше 15 минут до взрыва фабрики Сладжа. Им удалось сбить силовой купол, мистер Барнум. Все равно Гонщик Икс уже не сможет помешать взрыву. Возвращайтесь сюда. Только помни, Спиди. Главное, эти мерзавцы не должны знать, что я там. Я понял. Остановись подальше от фабрики. Самое главное, чтобы они нас не засекли. Не бойся. У МАК-5 есть прибор бесшумного пробега. Нас никто не услышит. А, ну вот, смесь почти готова. 100 000 галлонов чистого мутагена. Надеюсь, техника будущего не подведет меня. Главный генератор. Это должно увеличить мощность машины времени. Взорваться. Спиди Рейсер. Наконец-то ты пришел к своему финису. Так, координаты готовы. Фабрика должна исчезнуть за 50 секунд до взрыва. Сладж, вы арестованы. Надо уходить как можно быстрее, Спиди. Вперед! Скорее, Спиди! Молодец, Гонщик Икс! Весь мутаген в будущее. На 20 миллионов лет в будущее. Практически к концу времен. Вот здорово! Отравленная зона никогда не возникнет. Не будет никаких мутантов. И Калигула Барнум никогда не создаст свою империю рабства. Возможно. Но поскольку машину времени унесло вместе со взрывом в будущее, мы никогда не узнаем об этом. Удалось ли нам изменить будущее, покажет только время. Ну, во всяком случае, мы попытались. И теперь только от нас зависит, сможем ли мы сделать будущее лучше.